Всем приветики, всем хорошего дня и прекрасного настроения. Сейчас с Авито у меня поступили заказы. Два заказа поступило. Один покупатель оформил Авито доставку Почты России. Заказал Дед Мороз и Снегурочку набор. Плюс сюда покупатель попросил включить блок питания Xiaomi на 67 Вт. Еще один покупатель также оформил Авито доставку Почты России. Оформил у меня блок питания Xiaomi на 67 Вт. Этот блок у меня поедет в Ленинградскую область. Этот у меня комплект. Я его отправляю в город Самару. Все, сейчас товар упаковываю, иду на почту отправлять. Пришла на почту отправлять посылки. Авито доставка Почты России. Отправляю Дед Мороза и Снегурочку музыкальных. И блок питания с Xiaomi на 67 Вт. В комплекте идет блок и провод. Провод идет с разъемом USB на Type-C. Отправляю Авито доставкой Почта России блок Xiaomi 67 Вт. В комплекте блок и провод. Провод идет с разъемом USB на Type-C. Так, сюда, да? Угу. Это вот один у меня пока заказ. Здесь все вместе, ага. Посылочки отправила, ожидайте. Не забывайте подписываться на наш YouTube и Telegram канал, чтобы следить за новым поступлением товара. Всем хороших и выгодных покупок. Всем пока-пока.